Всем привет! Одним из самых старинных и узнаваемых зданий во Флоренции является готический собор Санта Мария дель Фьоре. Это жемчужина мирового зодчества на протяжении 7 столетий поражает своим изяществом и величием и является истинным украшением города. Собор возведен на месте церкви Санта Репарат, которую, в свою очередь, строили на руинах древнеримского храма. Начало строительства относится к 1296 году. Тогда работы вели вокруг еще действующей церкви. Руководил ими Арнольфо ди Камбио. В 1375 году старую церковь снесли. Основные работы по строительству Санта-Марии дель Фьоре были окончены, хотя и не завершены полностью. В частности, фасад здания был создан только в 19 веке. Возведение купола заняло почти 15 лет. 1420 по 1434. Работы велись по новым, разработанным лично Филиппо Брунеллески технологиям, которые не предусмотрели наличие лесов. В результате был создан уникальный восьмигранный купол, творящий над стенами собора и увенчанный оригинальным фонарем. По задумке автора, купол был сам по себе украшением собора, поэтому не требовал дополнительного декора. Но более чем через 100 лет его украсили фресками. И вот уже несколько лет рассматривается идея вернуть купол его первоначальный вид, то есть убрать фрески и покрыть его белоснежной краской. Архитектура и интерьер собора не менее впечатляет и внешний фасад здания, выполненный из разноцветных мраморных плит с разнообразными скульптурными композициями. Его дополняет прямоугольная колокольня, декоративными многочисленными нишами, заполненные статуями и медальонами, шестигранниками. В них изображены различные библейские сюжеты. Роскошный интерьер собора выполнен в лучших традициях так называемой итальянской готики. Нефы со стрельчатыми сводами, многочисленные арки, галереи, высокие стены, украшенные пилястрами и так далее. Пол собора сделан из мрамора. Над его созданием в 16 веке работали сразу несколько известных скульпторов. Санта Мария дель Фьоре – один из 5 самых грандиозных соборов мира. Его длина превышает 1500 метров, а ширина составляет практически 100 метров. Одновременно здесь может находиться до 30 тысяч человек. Помимо этого в соборе есть музей, зал, где сохранились остатки старинной церкви, а также шикарная смотровая площадка. Quindi la luce.
am Abend dann sicher noch ein anderes T-Shirt, was sauber ist, oder? Mhm. Ja. Ich gehe jetzt mit dir das nächste Gas rein und links und rechts, da ist er gut. Kommt ein Autobus. Gehst du weiter? Weg. Frage. Wie von Oldtimer Club, da haben wir das auch gesehen. Ist ja ganz normal, dass die Familienbabys im Kinderwagen transportiert werden. Was gut. Gute Lederjacken. Magst du Lederjacken? Ja, die auch geht. Das ist aber eine Abkürzung. Was? Ja, ich weiß nicht. Kannst Weine probieren da drin. Wein probieren kannst du drinnen. Also diese unebenen Straßen, ich habe so Angst, dass ich.
Vorne links gleich. Links und die nächste rechts. Uh-huh.